Он был уверен, дела красноречивее слов, поэтому редко рассказывал о себе в интервью и не любил постановочные фото в газете. Вся его жизнь была на виду у жителей Ершова, а многие из них знали еще его предков. Виктор Васильевич Бабурин. Это человек, особый человек, который очень щепетильно, очень тщательно, очень трепетно относился к родному краю. Мы всегда удивлялись, насколько он знает родную историю. Он знает, что здесь происходило в 1812 году, во время французской войны с французами. Вот. Он очень хорошо знал, что здесь происходило в 1941 году. О многих событиях Виктор Васильевич знал не из учебников истории. Его пращур, крестьянин Павлов, награжден императором Александром I медалью за борьбу с французскими солдатами в 1812 году. Жестоких оккупантов и безбожных грабителей местные общинные крестьяне подстерегали в засадах и уничтожали. Свою землю отстаивали, как могли. Дед будущего ершовского главы, знаменитый фуньковский сапожник, известный на весь Звенигородский район, обманул немцев и увел своих в лес. Спрятал в землянках неподалеку от Фунькова. Там в суровые морозы 41-го заболела и умерла годовалая сестра Виктора Васильевича. А 15-летнему дяде, который до войны не мог смотреть, как режут домашнюю птицу, пришлось убивать. Дед Павел Игнатьевич отвлекал разговором случайно вышедшего на их лесной схрон немецкого связиста, а подросток бил лопатой по голове насмерть. Первый муж матери Виктора Бабурина сгорел в танке в самом начале войны под Оршей, а отец, уйдя на фронт, потерял жену и детей. Супруга погибла в оккупации, а сыновья потерялись в эвакуации. С трудом разыскал их уже после войны. Тогда же, после войны, и сошлись вдовы и родители Виктора, как-никак, из соседних деревень. И горе одинаковое, и трудности житейские. Здесь есть военный городок Фуньково, где есть родина Виктора Васильевича. А раньше на этом месте была деревня Наташина. И в 41-м году, когда немцы были, они спалили дотла эту деревню, и она исчезла, можно сказать, с карты. Как он потом рассказывал, как раз в этой деревне он родился на самом деле, а потом Наташина. Именно Наташина, да, он даже показывал место, где стоял дом, случайно сохранившийся. Потом приняли решение строить воинскую часть. Дом Бабуриных перенесли в Фуньково. Там 5 мая 51 года и родился Виктор Васильевич. Здесь же пошел в начальную школу. Спустя много лет ее хотели закрыть, но он не позволил, отстоял. И одно время еще при Александре Георгиевиче Гладышеве была такая мода закрывать мелкие школы в дальних деревнях, селах там и так далее, как вроде как никому не нужно. И вот тогда Виктор Васильевич ее отстоял, а он в ней когда-то учился сам. Он ее отстоял, сказал, я ее отремонтирую, все сделаю, и, пожалуйста, оставьте эту школу. Теперь она существует как филиал ершовской школы. Там учатся и сейчас дети. И если раньше эта школа была для детей военного городка, то теперь уже со всей округи туда возят и стараются попасть, потому что там маленькие классы по 20 человек. А что такое 20 человек, а не 32 или 35, вам, наверное, рассказывать не надо. Лидером был всегда, вспоминает учитель ершовской школы с полувековым стажем Нина Якушева. С 5 по 8 класс она преподавала у Виктора Бабурина математику. Рассказывает, как он вместе с одноклассниками предложил ей лыжную прогулку, а она согласилась, чтобы доказать не только задачи и уравнения ей по силам. Учился он очень хорошо. Характер у него был очень вспыльчивый. Я и папу, и маму знала. Был такой эпизод. Контрольный идет. Нина Николаевна, я уже все сделал. Я говорю, ну посиди, все еще делают. Нет, не буду сидеть. Поднялся и ушел. Ну, а я позвонила тут отцу его. И хорошо мы общались. Мы же тут немного надо было. Вот. Он говорит, как, просто так встал и ушел? Я говорю, да. Ну, я, говорит, с ним поговорю. Больше таких инцидентов у меня не было.
Восьмилетка в Ершово. 10 класс заканчивал уже в первой средней звенигородской школе. Сейчас это школа номер 2. В Кунцево в техникуме получил специальность радиста. Потом армия. Служил в группе советских войск в Германии. Вернулся домой. 12 лет отработал в доме отдыха Ершова. Очень эрудированный, грамотный, способный, трудолюбивый человек. И здесь он прошел школу, большую школу, начиная с слесаря, сантехника и до главного инженера. Он все ступени прошел в доме отдыха Ершова. О политической карьере не мечтал. Жители попросили, чтобы газ Фунькова провели быстрее. Он пошел. Апрель 1991 года. Выборы в сельский совет Ершова. Виктор Бабурин избран сначала депутатом, а потом и председателем местного исполкома. Денег тогда не было. Очень было скудно. Жили самообложение 2 рубля с хозяйства. И то платили не все. Но пришел хозяин. Сразу как-то вот началась работа определенная. Тротуары. Борьба с мусором на дорогах, борьба вот с детьми, чтобы они поменьше были на улице, побольше кружков. Клуб был развальный, школа тоже была в плачевном таком состоянии. Ну, потихоньку пошли в небюджетные какие-то средства. Он начал работать с населением. В центре внимания – молодежь. Сделать все, чтобы не шаталось по улице. Кружки, секции, олимпиады. И подрастающее поколение это ценило, чувствовало искреннюю, почти отцовскую заботу главы Ершова. Настолько был заботливый и настолько откладывал впечатления о себе в душах детей. Все время они говорили, вот нам нравится Виктор Васильевич. Я у них спрашивала, а чем он вам нравится? Потому что он всегда отвечает на «здравствуйте». Была очень удивительная такая характеристика от учащихся. Он интересовался всем, кто работает с детьми, как проходят занятия в детских садах, школах и учреждениях дополнительного образования. За техническим состоянием зданий тоже следил лично. Капитальный ремонт Ершовской школы в 98 году прошел под его контролем. В 8 утра он уже на объекте. Поэтому и все это осуществлялось. Очень нам везло, что сам он по образованию инженерное образование имел, техническое. Он во всех вопросах вникал, и он разбирался во всех вопросах, будь то сантехническое оборудование, будь то электрооборудование, и очень был к этому внимателен. Для Виктора Бабурина не существовало мелочей. Понимал, что в ответе перед теми, кто его благословил на руководящую должность. Для них, жителей поселения, разработал и воплотил в жизнь еще один амбициозный проект – Ершовскую амбулаторию. Медицинское учреждение открылось в 2003 году. В нем работали терапевты, акушер-гинеколог, стоматолог, невролог, хирург. За квалифицированной помощью больше не нужно было ездить в Одинцово. Впрочем, здание амбулатории позволило расширить перечень медицинских услуг. Это произошло в 2006. В 2006 году был представлен проект, который предусматривал размещение в здании амбулатории, помимо имеющихся 4 специалистов, кабинеты дополнительных специалистов узкого профиля – это эндокринолог, кардиолог, офтальмолог, лор, хирург, невролог, а также дооснастить деятельность амбулатории лабораторией или диагностической службой. В связи с этим предусматривалась организация деятельности кабинета врача ультразвуковой диагностики, кабинета врача функциональной диагностики, лаборатории клинической, где уже был врач непосредственно, дневного стационара на 8 койко-мест, с кабинетом физиотерапии, с залом лечебной физкультуры, ингалиторией.
Виктор Васильевич мог дать распоряжение, и подчиненные выполнили бы его беспрекословно, но он был не из таких. Участвовал во всем сам. Даже амбулатория обрела современный вид благодаря ему. Двухэтажное здание 30 на 30 метров. Максимум площади должен быть задействован. И он нашел выход. Было предложено Виктором Васильевичем сделать все-таки таким проект, чтобы он был эргономичный, современный, с изюминкой. Было предложено ему рассмотреть способы эргономичного размещения помещений, применяя кривые и изогнутые. Вот. И наша амбулатория, она не квадратная или узкокоридорная. Она у нас немного, так скажем, гармонична или, как модно говорить сейчас, экологична. Вот. У нас появились некоторые способы решения сокращения площадей за счет углов путем применения парабол различных. И так получилось, что два этажа у нас симметричны с этими параболами, что вызывает иногда удивление. В нем сочеталось, казалось бы, несочетаемое. Принципиальный, но не конфликтный. Строгий, но в то же время справедливый. Генерировал идеи сам, но был готов прислушаться к другим. Любил тех, кто не боялся работы. Виктор Васильевич был такой человек, который никогда ни с кем не конфликтовал. Если совпадали задачи, мы делаем для народа, да, тогда давай думать, как это будет лучше. Легко принимался да, любую позицию. Никогда не отрицал любой вариант, говорил, давай попробуем и так, а может быть и это лучше, но вот здесь вот я бы хотел бы предложить вот так вот. И вот этот симбиоз, он всегда давал поразительные результаты. Мы вот чувствовали только ответственность, а вот этого, знаете, пафоса хозяина никогда не было, чтобы он там подчеркивал, что вот извините, я так сказал и так будет. Нет, такого мы не было с его стороны. Он был строгим, справедливым, аккуратным, требовательным, щепетильным. И еще можно много слов сказать. И самые главные его приоритеты были – это надежность, гарантия того, что он делает. То есть он никогда не делал каких-то временных дел, он делал, скажем так, на многие годы, на века. Николай Масленников говорит, знаком с Бабуриным с рождения. Будущий глава Ершовского поселения учился с его старшим братом в одном классе. Спустя много лет, в 1981-м, их пути пересеклись вновь в доме отдыха Ершова. Виктор Васильевич работал там заместителем директора по административно-хозяйственной части, а Николай Николаевич проходил практику. Снова встретились в 2005 году по приглашению Виктора Бабурина. Тогда в состав Ершовского поселения вошли Аксининский, Каринский и Савинский сельские округа. Если в первом все было в порядке – коммунальное хозяйство, образование, спорт, медицина, благоустройство, то в трех последних предстояло сделать многое. Там на то время было запустение. Вот. И в этот момент как раз он меня позвал, и я пришел к нему на работу, и вот мы с ним поднимали коммуналку в этих территориях, дома культуры, детские сады, школы. Когда построили Дом культуры, это был проект для Краснодарского края. Мы всегда здесь мерзли. Из-за большой любви к людям и к культуре Виктор Васильевич сказал, что, ну, это, конечно, не должно быть, чтобы дети, скинув шубы, побежали на сцену. Нет. И он подготовил новый проект именно для нашей полосы, где и морозы трескучие, и жара. Вот. И то, что вы сейчас видите, это, конечно, плоды его мечты. Частый гость в Каринском. Каждый приезд как праздник. Готовились, чтобы не подвести. Но не потому, что боялись, а потому, что уважали. После присоединения к Ершову преобразился не только Дом культуры. Местные жители признаются, само село теперь не узнать. Поселок стал почти европейским, потому что у нас появились дороги, у нас появились парковки, которых никогда не было. Да никто даже об этом и не думал. Зачем в деревне парковки? Да где хотите, там и паркуйтесь. Нет, он во всем видел какое-то вот благородство, это не то слово, какой-то профессионализм, какой-то не максимализм, нет, я не могу подобрать этого слова, чтобы все было по высшему разряду. Появились штакетники, люди стали выходить, делать себе палисадники. Крыши перекрылись, подъезды. То есть он хотел, чтобы люди жили не как
принято считать в русской глубинке, в русской деревне, а чтобы мы жили, как деревенские жители, как в городе. Те же изменения произошли и в Савинской Слободе. Отремонтировали Дом культуры. Местный детский сад тогда еще принадлежал Министерству обороны. Из-за удручающего состояния санэпидемстанция решила его закрыть. С криком о помощи заведующая дошкольным учреждением обратилась к Виктору Васильевичу. Договорились с военными. Была тогда возможность вложить туда деньги. Сделали новый детский сад заново. Вот оставались только стены, когда его ремонтировали. Поменяли все. Детский сад функционирует до сих пор. Детишки туда с удовольствием ходят. Музейная экспозиция имени Андрея Подкорытова. Особая гордость Дома культуры в Каренском. Появилась еще в 50-х годах, теперь уже прошлого века. Но выглядела совсем иначе. Современный вид она приобрела благодаря Виктору Васильевичу. Он знал, что это потребует немало сил и финансовых вложений. Но остаться в стороне не мог. Первым делом взялись за стилизацию русской избы 19 века. За информацией и экспонатами обратились к местным бабушкам. Виктор Васильевич периодически приезжал, смотрел, что здесь меняется, что здесь нового. Вот эта печь была изготовлена местными строителями, но по тем схемам, которые существовали, опять же, 100 лет назад. И однажды, придя сюда, Виктор Васильевич увидел, что стол стоит не в том месте, стоит по центру нашей избы. Он говорит, вы что, не знали, что стол всегда находится в красном углу, что стол – это ладонь Бога. И крестьяне были верующими людьми, и они считали, что вот стол должен находиться обязательно здесь, в чистом, самом прекрасном месте в избе. Мы исправились, и теперь у нас стол находится там, где он должен быть по правилам. Специально для музея заказали фотографии монументов Великой Отечественной войны, расположенных в поселении. Заказ выполнили, фото доставили в музей. Как их развесить? На помощь пришел Виктор Васильевич. Приехал, и снимки заняли свои места. Его любимый зал – зал боевой славы. Он любил зал боевой славы. Заходя туда, он спрашивал, а что у вас нового? Может быть, какие-то фотографии из архива, может быть, еще что-то из фондов мы достали. Ну и мы, конечно, ему показывали. Он радовался, говорил, где это нашли. Я рассказывала какие-то исторические данные, которые вновь обрела вот из архивов. Он говорил, а ты что, не помнишь, что, ну, где-то не читала ли, что у вас здесь на окраине села была пушка, вот там вот, где у вас река Молодня. То есть он знал про каждый, наверное, населенный пункт, который находился на территории нашего поселения. Ершовская земля боевая. В 41-м году здесь шли ожесточенные сражения. В поселении 21 монумент, 16 из них – захоронения. Памятники на фото в музее приобрели современный вид тоже благодаря Виктору Бабурину. И на территории Ершовского сельского поселения памятники из гипсовых фигур, каких много по России можно найти, были все приведены в гранит, в бронзу, в чугун, так, чтобы на века стояли. А получилось так, что вся эта территория – это линия обороны города Москвы в ноябре-декабре 41-го года. Поэтому наша территория, на ней очень много памятников, и вот это было его жизненное кредо. И буквально он успел сделать все, все эти памятники, и плюс он придумал два еще памятника. Один Ваксинина, памятник защитникам войны и ополченцам из Москвы. Скорее всего, ополченцам вы, наверное, больше нигде памятник не найдете. И вот Ершова рядом с нами, здесь стоит символ воину, победителю. Он долго вынашивал эту идею, с помощью дизайнеров много раз поправлял, и в итоге получилось удивительное такое создание, в себе воплотившее всю воинскую славу России. В России немного храмов-памятников. Самый известный – храм Христа Спасителя в Москве. Его построили в память о погибших в Отечественной войне 1812 года. Есть такая церковь и в Ершово. В ноябре 41 года немцы появились у окраины села. Начались бои. После множества атак как с одной, так и с другой стороны населенный пункт ненадолго перешел врагу. Храм постройки 20-х годов 19 века был взорван захватчиками в
вместе с местными жителями и ранеными красноармейцами. В 1995 году было принято решение Троицкий храм восстановить. Его основание осветил патриарх Алексий II. Прославляется и освящается основание храма сего. Окроплением воды сия священная во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Через 4 года работы были завершены. Храм Живоначальной Троицы в Ершово осветили 11 ноября 1999 года. Дорогие братья и сестры, сегодня мы совершили здесь, в этом храме, его великое освящение. И мы молились о том, чтобы благодать Господня пребывала бы на этом святом месте, чтобы люди Божии, которые будут приходить сюда, в этот храм, на общую церковную молитву, получали бы духовные силы для своего жизненного пути. «Кто, если не мы?» – говорил Виктор Васильевич и признавался. «Хочет оставить память о героическом прошлом своей страны и малой родины будущим поколениям. Тем, кому не суждено услышать рассказы о Великой Отечественной войне из уст ее участников. А началось еще в середине 50-х, когда решили укрупнить воинские захоронения». Я утром, проснувшись и выйдя на улицу, я увидел все это. Как понимали, останки бойцов из двух братских могил, которые были посреди деревни Фугила. А еще полуислевшие тела, гимнастерки, сапоги и все это. Ребята работали в противогазах, в комплектах, все это течет, все это укладывается в гробы. Женщины стоят, все плачут, мужики тоже слезы вытирают. В общем, это произвело такое впечатление, что с тех пор я понял, что такое война. Ну и, конечно, наши отцы. Те, которые воевали, те, которые прошли всю войну. Рассказов от них было услышать очень сложно о войне. Они, как правило, не в воспоминания не вдавались. Но на праздниках, когда они собирались, выпив рюмку, и когда немножко расслаблялись, вот тогда слышали все, что было. И это как-то, правда, не вязалось с тем, что писали, что нам показывали на экранах наших кинотеатров. Это было намного страшнее, намного сложнее, но тем не менее, вот и тогда как-то все это, наверное, и зародилось. День Победы в Ершово – праздник особенный. Самые главные гости – всегда ветераны, а самые многочисленные – молодежь. И это успех, значит, ценят, помнят и не позволят переписать историю. Будущее в надежных руках. Огромная патриотическая работа проделана не зря. Это наш святой праздник. Он один нас объединяет. Несмотря на национальности, вы посмотрите на те фамилии, которые выбиты на наших могилах. Здесь и узбеки, и таджики, и грузины, и армяне. Они делили последнюю винтовку. Делили последнюю корку хлеба и воевали. Что мы сейчас наделали? Если бы они встали, они нам бы этого не простили. Поэтому будем помнить этот праздник, будем его отмечать, чего бы нам это ни стоило. Многие годы в Ершово на 9 мая один и тот же торжественный и одновременно трогательный ритуал, один и тот же основной маршрут. Виктор Бабурин собирает ветеранов на площади у администрации Дома культуры, обнимает, поздравляет с праздником. Они всегда ценили и дорожили таким вниманием. В благодарность слагали стихи. Уважаемый Виктор Васильевич, сам Бог тебя нам послал, указал тебе прямую дорогу. Иди и не сворачивай, он сказал, и ты придешь к своему народу. И много лет по этой дороге, не сворачивай с пути, ты делаешь все для народа на трудном, но славном пути. Еще немного, еще чуть-чуть, последний бой, он трудный самый, а я в Россию домой не хочу. Я так давно не видел маму. Я
Я понял так ваши аплодисменты. Говорят о том, что... Ну, не зря отработал я здесь 30 лет. Пришел ненадолго, задержался на 30 лет. Сделал все из того, что обещал, и даже больше. Многие не верили в его смелые планы, а он не слушал. Делал должное и каждый раз доказывал. Все возможно, если жить, как велят сердце и совесть. Очень много построили. Но не построили только одного многоэтажек. Дней с 90-х годов мы уперлись и сказали, не будет здесь гетто. Здесь будет нормальная жизнь, деревенская жизнь, но немножко улучшенная городскими привкусами. И я думаю, что это нам удалось. Это удалось, подтвердят, не раздумывая, жители Ершова. Виктор Бабурин успевал все. Работать на благо малой родины, быть надежной опорой для супруги, растить детей и баловать внуков. А еще он любил петь. Ушел слишком рано, слишком внезапно. Говорить о нем спокойно выше сил. На глазах у многих слезы. Вспоминать Виктора Васильевича будет не одно поколение земляков. Только добрыми словами. Он сделал для этого все, что мог. Я закрою глаза, я забуду обиды, я прощу даже то, что не стоит прощать. Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь и вином угощать. Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь и вином угощать. Приходите, всего доброго!